Let's see if he can do enough in these 2 minutes to convince the judges and show us something here. Nice quick. Oh, there's a right hand. Wow. Down wow. goes Magomedrov. Boom, wow. We got a champion. Wow. We got a winner. Wow. Beautiful. Vinci, my goodness. Wow. И перед началом этого видео хочется выразить особый респект нашим друзьям из Gorilla Energy. Благодаря им мы приехали в Киргизию на турнир Eagle FC 49, где собираемся записать огромное количество интересных интервью. Спасибо Gorilla Energy, что поддерживают наш канал, бойцов и промоушены. Gorilla Energy – наш любимый энергетик. Справа от меня стоит новый чемпион лиги Eagle FC в наилегчайшем весе Ирги Тавенчи. Отлично смотрится у тебя на плече. Расскажи, какие у тебя ощущения, новый чемпион? Так, я еще не верил, что стал чемпион. Ощущения, конечно, как говорится, неопьяснимо. Давай немножко расскажешь про свою подготовку. Я присутствовал на части из нее. Я приезжал к вам на сборы в Горный Алтай. Ты тренировался с Петром Яном, и ну, я так понял, что вы достаточно часто в спаррингах стояли. Я держу. Не часто, там один раз стоял, разминка. А так хотелось туда, вставал бы, но не получилось. Ну, так вообще мотивировал как-то тебя Петя? И, не знаю, как-то его пример, не знаю, может быть, помог тебе в завоевании пояса? Ну, конечно, приехал к нам, это большая честь нам, в общем, нашим пацанам тоже. И, конечно, это очень мотивировало. Ты теперь первый чемпион из Тувы в Eagle FC. И я не знаю, просто в других ли есть ММА-организациях чемпион из Тувы, по-моему, нету еще. Есть ли какой-то у тебя теперь, не знаю, груз ответственности и вообще какие эмоции? Как думаешь, тебя будут встречать на родине? Не знаю даже. Ну, такие, как... Лига ЕСИ, наверное, нет у нас чемпионат крупный в России. Вообще у тебя такой сложный путь был. Ты, во-первых, и возрастной достаточно боец, да? Тебе 32? 32. 32 года, плюс ты начал свою профессиональную карьеру с двух поражений. В итоге добрался до титула. Насколько вот этот путь сложный был? Там второе поражение, это не считается. Я там выиграл, там это все доказательства есть. Так как я первый бой... проиграл, это давно, уже в 2015 году, и вот потом больше не проигрывал. Что для тебя дальше? Есть еще Мансур Малачиев, это человек, который оставил пояс, и, как я понимаю, он может вернуться в лигу. Интересен был бы бой с Мансуром? Да, конечно, интересен был бы, если вернулся. Что дальше будешь делать? У тебя тоже скоро будут, я так понимаю, у одноклубников бои. Был Ренат Андар на сборах, его брат был на сборах, ну и другие тоже ребята. Пару слов про это расскажу. Ренат Андар скоро, наверное, по-любому будет, и буду помогать ему. И другие ребята тоже скоро бои в конце августа. Как будешь праздновать? Не знаю даже. Ну, буду праздновать, конечно. Что ж, Ирги, поздравляю тебя с победой, с завоеванием пояса. Вижу, очень тебе он нравится. Друзья, вы подписывайтесь на инстаграм Ирги Тавенчи, он появится внизу экрана. Подписывайтесь на инстаграм и телеграм Вестника ММА. Мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наши интервью, расследования, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, сообщество во ВКонтакте и Instagram, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.